Всем привет, с вами Сергей. Ну и в этом видео я буду делиться интересной информацией про очередное разоблачение уже себя. Значит, скидывать мне начали люди интересную информацию, якобы от меня. Якобы я тут показываю про защиту кошелька 100%, да? Но на самом деле, сейчас вы все увидите по порядку. На самом деле это неправда. Итак, мне скидывают вот этот сайт, похожий на YouTube, но один нюанс. Во-первых, здесь все не кликабельное такое. То есть комментарии были взяты с моего ролика вот этого. Сейчас покажу. Так. Вот, ну, начнем с Игорь Секирка. Вот так. Вот он. То есть вот это идет домен мошенника. Домен мошенника. И смотрите, вот это комментарии. Спасибо, Сергей молодец. То есть я конкретно рассказывал, что разоблачение шло, да? И вот он мой ролик. Молодец. Но это уже YouTube. Значит, это видео я еще снимал 11 сентября 2016 года. Сейчас у нас 17 год, 8 ноября. Значит, в чем разница? Ну, во-первых, у меня кликабельный. То есть, если сюда кликнуть, мы перейдем на мой канал. Дальше. Вот здесь HTTPS, то есть SSL протокол стоит. SSL протокол. На сайте, который сейчас гуляет, вот этот, идет подставное видео. Протокол не SSL отсутствует, да, то есть обычное HTTP. Дальше. Видео, которое вот здесь, оно не мое на самом деле. Там не я говорю. Кликаем на него. Значит, что вам надо сделать, да? Надо вот так кликнуть на YouTube. Перейдем вот сюда. Дальше. Вот здесь. Три звездочки. Кликаем сюда. Нажимаем «Пожаловаться». Кликаем. Я уже пожаловался. Прошла неделя, а YouTube не реагировал. Это видео было загружено еще весной, когда мне скидывали люди. А я еще тогда пожаловался, YouTube не реагирует. YouTube с мошенниками не борется. Но, я вам так скажу, мой канал, который по легальному бизнесу, который приносит людям добро и есть очень много положительных результатов у моих клиентов, он был заблокирован. То есть вместо моего канала я сейчас вижу, вот, этот аккаунт заблокирован по многочисленным и серьезным нарушениям условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, бана и введения пользователя в заблуждение. То есть YouTube борется с легальным бизнесом. Вообще, я когда начал разбираться, там, черт, что творится. Так, про вот это, то, что меня заблокировали на YouTube, я вам сброшу. Вы можете посмотреть на моем канале. Сейчас покажу. Вот это видеоролик. Вот этот. Почему YouTube заблокировал канал с легальной компанией. Можете глянуть, я там все рассказываю. А теперь дальше. Что мы делаем с этим мошенником? Мы перешли на его канал. У него называется Максим Исаев. Может, на тот момент, когда вы будете это делать, он обзовется по-другому. Вполне возможно. Здесь выбираем три звездочки. Вот тут три звездочки. То есть поделиться. Вот сюда можно кликнуть. Добавлять не надо. Три звездочки. Кликаем. Пожаловаться. Дальше. Вот здесь выбираем спам или введение в заблуждение. Выберите вариант. Выберите мошенничество.
Вот здесь пишите. Я еще раз напишу этому Ютубу, чтобы они, в конце концов, приняли какие-то меры. Это обман. Поддельный сайт с этим видео. Вводит людей в заблуждение, чтобы люди оставили свои пароли и логины от кошелька. Так. И еще скидываем вот эту ссылочку его. Пусть будет. Я думаю, хуже не станет. Так, вот сюда. Так вот. Также мошенник поле. Пользуется моим именем и согласно разоблачению на него. И я вставлю видео по разоблачению. Так, где видео по разоблачению? Значит, вот это. Вот так правильно называется. Про дополнительную защиту кошелька Perfect Money от взлома. Разоблачение обмана. Копирую ссылочку свою. И вот сюда вставляю. Все. Я думаю, хватит. Люди ставили свои пароли и логины от кошелька. Это фишинг. Фишинг. Также. Сайт со встроенным видео. Так, со встроенным видео. Также этот мошенник пользуется моим именем согласно разоблачению на него. И скопированы все отзывы. А отзывов там много, все положительные. Итак, я это написал. Теперь нажимаю кнопочку «Отправить». Все, отправил. А дальше покажу, куда еще надо написать. В принципе, это можно вырубать. Это тоже можно вырубить. Ну, это тоже. Смотрим дальше. Вот он у нас мошеннический сайт. Берем домен. Значит, что такое домен? То есть, не то, что после косой черты. Это папки. Домен – это ху. Домен первого уровня. ПЕ – домен второго уровня. Значит, мне нужно взять домен второго уровня. Я это копирую. Открываю терминал. Пишу такое слово волшебное. Voice и вставляю этот домен. То есть мне нужно узнать, где находится его сайт. Нажимаю Enter. Значит, мне программа Voice выдала то, что домен зарегистрирован вот здесь, ну, либо вот здесь. domain.hu. Кликаем. Так, открыть ссылочку. То есть домен зарегистрирован здесь. Так. Там он. PE-ху. Выбираю ху. Оставляю PE.
Ху оставляю. Нажимаю вот это. Нажимаю вот это. Ввожу вот эту капчу. Так. Вот он домен pe.hu. pe.hu, да? Где он находится? Нам нужно сервера. Name сервер, хостинджер. Хостинджер, да? Зарегистрирован в 2008 году аж. То есть, скорее всего, этот домен был куплен. Потому что вряд ли он недавно зарегистрирован. И куплен он на кого-то там. Будапешт. Вот этот номер телефона. Это не важно. Главное, хостинджер. Идем на хостинджер. Идем на хостинджер. Вот он, хостинджер. И здесь, скорее всего, будет поддержка. В самый низ я опускаюсь. Здесь наши контакты. Я уже это просто сделал. Здесь сообщить об нарушении. И дальше я пишу фишинг. Пишу имя, почту. Пишу домен. Сайт нарушителя. Да? Сайт нарушителя вставляю. Здесь вставляю полностью. Так. Полностью беру вот этот сайт нарушителя, копирую. Копирую и вставляю. И дальше. Здравствуйте, мошенник сделал сайт, похожий на YouTube, и использует мое имя как разоблачителя на его обман, который я разоблачал еще год назад. Посмотрите оригинал моего разоблачителя. Моего разоблачения, да? И вставил свое видео на мой YouTube канал. Все комментарии моего фото используются для обмана, подрывая мою репутацию. Галочку «Я не робот». На всякий случай выделю, скопирую, на всякий случай. Так, и нажимаю «Отправить». А, еще прошу заблокировать. Прошу заблокировать. Отправить. Заблокировать. Спасибо, ваше сообщение будет рассмотрено в самое ближайшее время. Окей. Все. Сообщил о нарушении. Теперь его домен должны вообще заблокировать. Ну, когда они разберутся. Надеюсь, вот этот хостинджер хоть разберется, в отличие от YouTube. Потому что YouTube, ну, это вообще это какой-то кошмар. Нормальные каналы он блокирует, а мошенников он развивает. Бред полный. Итак, с разоблачением разобрались. Так. Подписывайтесь на канал тогда. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До встречи. Всем пока.